В столице все больше народу болеет вирусными инфекциями. Так, на прошлой неделе было зарегистрировано 19 случаев гриппа, из которых 4 подтверждены в лаборатории. На оперативной планерке в Приморье также сообщили, что за прошедшую неделю в Кишиневском муниципе было зарегистрировано около 2800 случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей, из которых более 1000 у детей в возрасте до 4 лет. 98 человек госпитализированы. С начала холодного сезона грипп уже унес жизнь одного человека.